Тима показать долгожданную новинку от Эспира, самую легкую коляску в линейке Эспира. Это Эспира Акси. В 2019 году она вышла в одной расцветке, она называется 07 Stone. Сверху черный как бы капюшончик и внутри серое сиденье. Коляска, что я хочу отметить, очень маневренная. Это первое, что как бы нам бросилось в глаза. То есть она отлично рулится. Мы ее уже протестировали по плитке на улице, она не гремит. Насколько может не греметь, конечно, легкая коляска, но у нее ход очень мягкий и тихий для ее габаритов. Начнем ее рассматривать внимательнее. Первое, что рассмотрим, это капюшон. Капюшон достаточно глубокий изначально, такой интересный блестящий козырек, но он еще и удлиняется. Вот таким образом он выглядит уже в удлиненном положении. Посмотрим сиденье, убирается вот он таким движением, как бы посередине капюшончик, убирается капюшон. Сиденье широкое, 33 сантиметра. Бампер снимается с двух сторон. Нажимая, можно, в принципе, нажать одну сторону и вторую, и убрать бампер. Подножка регулируется и опускается. Сиденье достаточно глубокое, очень мягкое. Спинки регулируются ремешком. Вот это нижнее положение. Если приподнять подножку, в принципе, это где-то 170 градусов. Вы можете остановить где угодно и сделать удобный наклон для малыша. Рассмотрим ее с этой стороны. Здесь вот такое небольшое окошко для присмотра за малышом, спит или не спит. И поднимается сеточка для проветривания в летнее время. Крепление здесь нет, но в принципе можно как-то приноровиться. Корзина достаточно вместительная и в общем доступ к ней хороший. То есть при опущенной спинке вы можете туда попасть, достать что-то или положить. Я нажимаю кнопочку фиксатора, нажимаю основную клавишу, можно складывать одной рукой. Я вот таким образом положили ее и подняли. Ну, второй вариант, когда у вас все-таки вторая рука тоже свободна, нажимаем и подтягиваем. Тогда она как бы компактнее складывается. Для того, чтобы снять фиксатор от внимания,